Сборные начали эту встречу несколько сумбурно. И несогласованность защитников привела к тому, что Туркельманс открыл счет. Сейчас вы увидите этот момент. Но преимущество хозяев быстро растаяло. Лютый восстановил равновесие. Один-один так закончился первый тайм. В перерыве тренеры, видимо, внесли некоторые коррективы, и второй тайм начался острыми атаками сборной СССР. Пока вы смотрите эти атаки, я скажу, что соперники обменялись голами. И затем сказалась, видимо, более лучшая физическая подготовка наших футболистов. Им удавались скоростные фланговые атаки. В течение 6 минут вышедший на замену Баранаускас отличался дважды. Вначале он вывел свою команду вперед. Вот этот момент. А затем провел и 4-й гол. Четыре-два. Победа Советского Союза.